релакс. Ребятки, если вам нужен релакс, да, отель не из дешевых, но он стоит таких денег. Спокойный, тихий, компактная территория, 5 пляжей, в которых можно уединиться. Просто супер. Только что смотрели на море и увидели двух громадных скатов. Есть отели, в которые можно влюбиться с первого взгляда. Вот я их чувствую сразу. Когда я приезжаю и начинает нравиться номер, начинает нравиться территория, сразу классный пляж. Это так подкупает. И действительно, такие отели еще остались в Египте. Смотрите наши обзоры. Подписывайтесь с колокольчиком, и мы покажем все эти классные отели. Друзья, мы приехали с отеля Reef Oasis Beach, там, где просто, знаете, как селедки в банке. Здесь да, полностью противоположное соотношение людей и территории. Здесь настолько много свободного места, свободных шезлонгов, вообще на пляже. Посмотрите, какой пляж. 5 пляжей, ребята, 5 я пляжей. Не ошибаюсь. Мы сейчас находимся на песчаном пляже отеля Mavenpick Charm. Вот Наташечка гуляет. Готовимся погружаться. 6 утра. Медузы на берегу вываливаются. Ну что, начнем показывать подводный риф отеля Mavenpick Charm. Dripping lights, paint the sky, only.